И все же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани и кущий хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг украли пытливость открытых глаз. Набором истин, кормя из рук, умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Все видя, не видите вы низги. Стали матрицы газет ваши безропотные мозги. Вручили ответ на каждый вопрос, одетых серенько и пестро. Утром и вечером, как пылесос, вас засасывает метро. Но ты сбунтовался, кричишь, крадут. Ты не желаешь себя отдать. И тут сначала к тебе придут люди, умеющие убеждать. И будут значительны их слова, будут возвышены и добры. Они докажут, как дважды два, что нельзя выходить из этой игры. И ты раскаешься, бедный брат, заблудший брат, ты будешь прощен. Под песнопение в свой квадрат ты будешь бережно возвращен. А если упорствовать, станешь ты, не дамся, прежнему не бывать. Неслышно явятся из темноты люди, умеющие убивать. Порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани, пекущий хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал.